Помощь СВО своими руками – это одно из многих направлений в сфере добровольчества, к которому приобщились студенты и педагоги Нижневартовского политехнического колледжа. Благодаря этому образовательное учреждение теперь может принять участие в приоритетном региональном проекте и претендовать на победу в окружном конкурсе по созданию уникального коворкинг-пространства. На базе так называемого «доброцентра» будут поддерживать молодежь и продвигать их креативные идеи. Подробности у Евгения Алексеенко. Добровольческое движение в Нижневартовском политехническом колледже зародилось более 10 лет назад. Начинали с зооволонтерства, помогали приюту животных. С началом специальной военной операции переключились на помощь парням на передовой. Для начала совместно с гуманитарным корпусом изготавливали сухие души и окопные свечи. В планах у нас делать это маскировочные сетки и действия с Союзом морских пехотинцев. Они будут нам пригонять, и механики будут разбирать машины. Какие-то запчасти отправлять туда, какие-то машины восстанавливать, если это возможно, и также отправлять все туда. Прямо на базе колледжа студенты наладили и производство отопительных печей. Проект оказался удачным. Ребята связались с участниками СВО, изучили конкретно, какие им нужны печки. И они изготовили целых 3 варианта печей. Причем одна из печек, это вообще, они так ее назвали, таежное ноу-хау. То есть там создана специальная система, вот как таежники ходят, поддувало, то есть чтобы увеличить тягу. То есть она не просто, она такая, ну, надежная, долгоиграющая, то есть тепло долго дает. И, ну, это было круто. И потом нам пришла обратная связь, которая нас бесконечно порадовала. Это то, что ребятам сказали, что их печки прям вот отличные, их ждут еще, будем делать обязательно. У колледжа богатый добровольческий опыт, поэтому организаторы окружного конкурса предложили образовательному учреждению побороться за право открытия официального коворкинг-центра. На сегодняшний день это одно из современных направлений развития пространств для молодежи, то есть там, где молодежь может показать себя, раскрыть себя. Мы считаем себя современной образовательной организацией. Для нас это важно и нужно. То есть, чтобы быть притягательной для студентов. То есть быть не просто 4 стенами, где дали профессию, а быть домом, местом, где я могу раскрыться и реализоваться. По предварительным итогам, которые уже подвел Центр добровольчества Югры, одним из 3 лидеров конкурса стал Нижневартовский политехнический колледж. Наравне с ним за право стать центром добра претендуют Нягинский технологический и Уральский политехнические колледжи. Победителя назовут в конце сентября. Евгений Алексеенко, Александр Титаренко, Вести Югория, Нижневартовск.